дорогие друзья, и сегодня, только сейчас мы начинаем наше шоу «Чувства». Вау! Итак, наши первые участники – Соня и Алекс. Итак, первый раунд – интуиция. А мы начинаем! Смогу ли я дать папе поджопник и убежать? Итак, что скажут наши участники? Да. Нет. Давайте проверим. Итак, балл получает у нас Соня! А мы продолжаем. Я знаю Диану. Сможем ли мы сделать переворот? Давайте. Итак, ставки наших участников. Нет. Да. Давайте же узнаем. Аня, я не буду тут грязно. Да. И снова балл уходит Соня! А мы продолжаем и идем дальше. Смогу ли я 20-10 раз? Да. Итак? Давайте нет. Я даже. Мне не разделились, давайте узнаем. Нет, не смогу. И Соня сегодня в ударе. Уже третье очко зарабатывает Соня. Алекс, соберись, мы в тебя верим. Итак, я в шоке. Давайте же посмотрим, что будет дальше. А я в шоке, честно. Сможем ли мы закинуть грязный носок в корзину для грязного белья? Издалека, давай. Да. Да. Что ответит Алекс? Нет. Давайте же узнаем. Они могут. Блин! И вот, наконец-таки, первое очко зарабатывает Алекс! Ура! Итак, а мы переходим дальше. Ладно. Смогу ли я почистить щеткой унитаз? Нет. Нет, у меня тоже нет. Смогла. Вот это да! Никто ведь такого не ожидал, да? И никому не достается балл, а мы переходим Тома, дальше. Я такого не помню. Правда ли то, что я сейчас очень громко свистну? Итак, нет. Ваш ответ? Нет. Нет? Да. 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 Итак, давайте же узнаем. Это неправда, я не умею свистеть. Балл получает Алекс! Ура, дамы и господа! А мы переходим дальше. Смогу ли я посмотреть фильм «Терминатор»? Да. Итак, да? Да. Здесь? Нет. Да. Нет. Итак, давайте же узнаем. Ты куда? Кинозал. Кинозал занят. Тогда не могу. В смысле? Итак, балл получает Алекс, снова Алекс. Итак, запоминайте ваши баллы, я ведь ничего 3-3. Не помню. 3-3 счет, напряженная борьба, а мы идем дальше. Смогу ли я нарисовать ровный круг? Итак, Алекс говорит нет. Да. Соня отвечает да. Итак, давайте же узнаем. Не смогла. Да блин. Итак, балл переходит Алексу. Итак, счет 4-3 в сторону Алекса. Итак, а кто же победит в этой схватке? А мы посмотрим и узнаем. Спорим, я могу потянуться один раз. Да. Да. Вердикт судей, единогласное да. Смогу. Вот это да! По баллу каждому! Итак, счет 5-4 в пользу Алекса. Соня, не сдавайся, мы все в тебя верим. Я знаю. И надеемся. Я Давайте знаю. Продолжим. Я оптимист. Сможем ли мы выйти за территорию лагеря? Нет. Ваши ставки? Да. Нет. Да. Да. Нет? Да. Так нет или да? Да. 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 Итак, оба участника ответили да, а мы узнаем. Хотя нет, 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 нет. Нет. Соня, ты уверена? Да, я уверена. Это окончательное решение? Да. Ты точно уверена? Да. Нет. Так, твой ответ? Нет. 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 Все. Нет. Все. Твой ответ? Да. Твой я ответ знаю ответ да. Твой ответ нет. Все, давайте да. узнаем. Ой, не сможем. Не сможем. Итак, балл переходит Соня. В последний момент изменила решение. Надо иметь силу воли на это. Итак, счет 5-5, а мы продолжаем. Смогу ли я достать языком до носа? Да. Итак, да. 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 Так, смотрим. Получилось.
Получилось, дамы и господа! Это бал идет и тому, и другому, а мы идем дальше! Правда ли то, что я смогу поднять Тому? Да. Да. Итак, единогласное да. Да. Что ж, давайте посмотрим. Ну, она подняла. Она подняла же. С одной стороны подняла, с другой стороны нет. Как же это считать? Как же это думать? Это была... Она подняла ее. Полбалла. Полбалла. Мы в любом случае ответили одинаково. Поэтому давайте просудим по баллу каждого. Итак, мы продолжаем. Сможем ли мы закинуть друг другу в рот конфеты? Нет. Нет. Итак, нет? Нет? Нет, нет. Единогласно нет. А мы смотрим. Нет, не получилось. Оба участника ответили нет, счет пока равный, а мы продолжаем. Правда ли, что я сейчас съем доширак? Да. Итак? Тома любит доширак. Да. Тома любит доширак. Да. А, ответ Алекса? Нет. Нет, ответ Сони? Нет. Нет. Потому что ее запретят. И нет. Хорошо, а мы смотрим. У меня нет никакого доширака. Это вообще-то запрещенка. Вот. Наши участники зарабатывают по одному баллу, а все еще равный счет. Что же будет? Чем же закончится этот поединок? Мы узнаем прямо сейчас. Смогу ли я вылить на себя ведро краски? Итак? Да. Ответ нет? Да. Ответ нет. Да. 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 Очень рискуют наши участники, отвечая по-разному. Итак, а мы смотрим. Смогу. Невероятно! Алекс в шоке! Как такое могло произойти? Соня зарабатывает один балл и вырывается вперед! Смогу ли я выиграть Филиппа в камень, ножницы, бумага? Сейчас мы это и проверим. Раз. Да. Итак? Да. Соня отвечает да. Алекс? Да. Тоже да. Раз, два, три. Смогу. Итак, вы оба оказались правы. Смогу ли я спрыгнуть с лавочки? Сможет или нет? Нет, нет, нет. Да. Да, нет. Сможет? Нет. Нет, да. Не сможет. Итак, давайте же узнаем. Смогу. Итак, Соня вырывается уже на целых 2 очка вперед. Смогу ли я достать конфету из кармана? Сможет. Нет. Итак, Соня отвечает нет. Алекс. Хотя да! Соня отвечает да. Снова нет решения. Посмотрим, будет ли это победным. Алекс! Я вижу по его глазам, что да. Ага. Я вижу по его глазам, что да. Ответ да и да. Давайте же узнаем. Не смогу. Увы, это не конфета, а просто фантик. На фантик. Алекс, остается все меньше и меньше времени. Смогу ли я пробежать круг вокруг лагеря? Нет. Нет. Итак, ответ наших участников? Нет. Нет и нет. Нет, не смогу. Итак, вы оказались правы, а мы переходим дальше. Алекс, вперед, а то Соня останется победителем. Вперед, ты сможешь, мы в тебя верим. Смогу ли я поймать Машу в воздухе? Пробуем. Так, ответ? Нет. Нет и нет. Что же, давайте это проверим. Ура! Правда. Это не в воздухе. Увы, увы, увы. Допустим. Соня по-прежнему отрывается на 2 очка, а мы идем дальше. Смогу ли я поднять ногу вверх и подержать ее так? Да. Итак, да. Ваш ответ? Да. Да. Итак, единогласно. Смотрим. Смогу. Итак, оба были правы. Смогу ли я? Скоси глаз. Так, наши дорогие участники, что вы скажете, сможет ли нет. человек на видео скосить глаза? Ответ нет. Хотя да. Ответ. Да, наверное. Нет. Тогда или нет? Нет, я не.
Нет. Олег, ты отвечаешь? Да, да, да. Да. Отвечаешь, я порискую, да. А, риски. Ну хорошо, Соня отвечает да, Алиса отвечает нет. Давайте посмотрим, кто же из них оказался прав. Смогу. Итак, Соня, ты сегодня в ударе. Третье очко. Смогу ли я вылить на себя воду? Итак, нет. Сможет ли наш человек на видео облить себе водой? Да. Соня, твой ответ? Да. Алекс, твой ответ? Нет. Ответ нет. Хорошо. Давайте узнаем. Не смогла. И Алекс сокращает равенство! Правда ли, что я сейчас поцелую вон того мальчика? Правда! Итак, правда. Вы даже не увидели мальчика. Нет. А вы все думаете, что человек сможет его вот так просто поцеловать? Нормально. Алекс, твой ответ? Да. Соня, твой ответ? Да. Интересно. Хотя нет, я нет. Уверен? Нет. Там не показывают. Нет. Итак, Соня, твой ответ? Хотя... Окончательный ответ твой? Три. Да. Два. Да. Один. Да. Твой ответ да. Нет. Да. Это мой ответ да. Я запутался. Хорошо, давайте да. Да. Ответ да. Алекс? Нет. Так, Соня, последняя попытка. Нет. Твой ответ нет. Нет. Алекс, твой ответ? Да, все, решайте. Твой ответ да. Все, решайте. Так, смотрим. Это правда. Это оказалось правдой. Алекс, ты вновь уменьшаешь расстояние между вами. Ну что же. Наш раунд подошел к концу, и у нас есть победитель! Я в шоке. Победителю достается приз. Знаете, какой это приз? Ваше предположение. Не знаю. Приз – это пакетик чая! Соня, что? Он достается тебе. Ты побеждаешь. Поздравим нашего победителя! Бурными смертами! Дорогие друзья, на этом наш раунд подошел к концу. Не переключайтесь, впереди вас ждет еще очень много интересного!